Мои хорошие, я забыла сказать, что вообще мы направлялись в деревню Шеринджей. Я когда-то снимала здесь видео, тогда не было моих малышей, даже в плане их не было. И вот сегодня мы приехали сюда. Это, знаете, туристическая деревня, здесь очень много туристов, здесь очень красиво. Деревня славится своими винами и своим видом. Манза очень красивая здесь. А я такая растрепанная, ветерочек здесь, конечно, ждет. Вот. Зулечка покупает себе этот веночек, очень красивый, из ромашечек. Сейчас покажу. Мне понравился, он простенький, красивенький, его можно с любым белым платьем надеть. Так, папа с детьми ушел куда-то вперед. Так, начинаю съемку. Бездельник. Сдали ветерок. Хотя, куда вам видно-то? Ресторанчики. Ну, мы позавтракали. Мы сегодня все в красном. Ну, красный, оранжевый. Здесь красивые улочки. И вот такие улицы, на которых продают всякую всячину. Так, меню с ценами я вам сейчас сразу покажу. Чорбалар — это супы. Изгалар — это то, что готовится на мангале. Цены в лирах. Рыба, чупролевлек, каламар. Кальмар, ну это кальмары, естественно. Домашняя турецкая еда. Смотрите, какая красота. А домики какие здесь красивые. Один краше другого. Смотрите. Как я и говорила, Шеринджей славится своими винами фруктовыми, ягодными, фруктовыми, очень красивые. Ой, они вкусные, мы в прошлый раз покупали. Прежде чем купить, вы можете вот здесь все попробовать, вам дают пробовать, потом покупаете. Покупаюсь. Красота. По-моему, это один из самых первых магазинов. Ну, первых магазинов, имею в виду по дороге, который встречается первый. А папа наш там сидит с детками. Инжир 10 лир. Мама вчера говорила, 250 лир килограмм, 250 рублей килограмм инжира. Кофе. Кофе на песке. Можно попить потом на обратном пути. Ты же любишь кофе? Да. Куклы. Мишки! Ну, мои уже равнодушны к мягким игрушкам. Всякие варенья. Посмотрите, как красиво это инжировое варенье. Sabun istemiyorum. O güzel kokmuyor. Güç sabun. Cidde çok faydası. Evet. Onu biz onu biliyoruz. Знаете, почему столько гранат? Потому что здесь на каждом шагу сок из натуральных гранат. Ой, натуральный сок из гранатов. И вот он кофе на песке. Güzel mi? Ama ben kahve sevmiyorum. Tadı sevmiyorum. Görmedim.
Merhaba, hoş geldiniz. Варенье, 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 варенье. Оливковые масла. Дети не едят его? Мыло натуральное. Ой, хорошее такое заведение. Жалко сытые. Слушай, смотри, какое кафе хорошенькое. Там водопадик небольшой. Дёртнер бузон, су вештира. Абла, аклында кал, жаны даманда калсын. Гэл икрам. Вот умеют они... Умеют они призывать. Если переводить точности на русский, чем, говорит, в мыслях останется, пусть, говорит, во рту вкус, говорит, останется. Вот такое. Смотри, какие домики. Это все, вот эти домики, ты можешь приезжать, оставаться на ночь. Это вот эти пансионные отели небольшие. Вы комментируйте, комментируйте, а я поснимаю. Главное не потеряться здесь. Да, да. Натуральный сок. Это гранат? Буная. Небу? Эльма. Эльма? Эльма, армут, айва, корыша. Вай. Это говорит яблоко, груша, и айва говорит перемешка, гибрид какой-то. Вау, и ты поперёшь. Эльма мы? Elma, armut ve ayva karışık diyor. Al denedim tamam. Ye. Çok güzel bir yemeği var. Biraz Şans da tuz attın mı üstüne? Çok bak. Güzel oluyor. Aa, tuzlu şeyler sevmiyorum. Hafif. Ver bir. Kimisi kaç para tuzlu? Bu? 5 lira kilosu. Ver bir kilo ya. Deneyelim bakalım. Aa, kilo ne yapacağız ya? Ben iki tanesi bir kilo yiyorum. Ha, tamam. Ayvamız da çok güzel. Kilo, говорит, 5 lir. Ayvamız da çok güzel. Интересно просто вкус. Зуль, ты знаешь, что это такое? Яблоко, груша и айва в перемешку. Знаю. Я первый раз такое вижу. Папа как-то привозил с бензином. Посмотрите просто, какая красота. Вот просто какая красота. Но если вот такую вещь домой покупаешь, то у тебя как-то и дома должно быть, наверное, одного все стиля. У меня дома это нигде не будет смотреться. В крайнем случае на кухне можно где-нибудь. Там у меня есть где-то у меня эти синие оттенки там в кафеле, по-моему, есть. Мы с Зулей решили свернуть по улочкам. Папа с детьми остался внизу, кофе пьет, чтобы по вот таким вот дорогам коляску все-таки не водить. Я люблю гулять по вот таким вот улочкам. Старые дома. Смотри. Старые дома вот такие. Вот там осталась вся шумиха. Много туристов здесь, но знаете, если вы приедете в эту деревню, вы не пожалеете. Просто сама атмосфера здесь такая, вы просто отдохнете. Какая прелесть! Здесь чем глубже идешь, тем тише. Вон там сушится перец. Тут собака в мусорном ведре копается. Как тебе, Зуль? Мне нравится.
Эстетическое удовольствие даже. Смотрите, какой балкончик. И в то же время никак не вписывающиеся вот эти антенны. Они не вписываются в эту панораму. Вот здесь так прохладно. Тазики, тазики. А что это, интересно? Здесь просто тазики. Одно из самых знаменитых мест, наверное, здесь, в Шереметьево, это вот это вот пансион, отель. Все делают там съемку, мы тоже сделали, конечно же. Прям очереди стоят, вот сделать здесь съемку. О, здесь моют ковры. Здесь моют ковры. Я вспоминаю Махачкале, район Тарков. Какая панорама. Сегодня у нас небо, видите, тучами затянуло. Как будто бы будет дождь. Мы когда ехали сюда, где-то 2 минуты в дороге дождь был местами. Ой. Красота. Ох, будет у меня видео длиннющее, длиннющее. В прошлый раз, когда мы здесь гуляли, я вот эти улочки не помню. Мы по другим каким-то улочкам ходили с мужем. Пахнет парашками. Здесь, видимо, кто-то домашний скот держит. Так, сейчас надо позвонить папе, узнать, как там дети себя ведут. Мы спускаемся по вот таким вот улочкам. Рядом с нами тоже течет вода, которой мыли ковры. Вода тут она вкусная. А Зуля пила водичку здесь, не ту, которая течет из крана, питьевую воду пила. Очень, говорит, вкусная вода, говорит, как родниковая. Смотри, какой пансионат красивый. Если что, вон номер телефона. Зулечка, давай я тебя на мотоцикле сфотографирую. А что ты пристала? На... Ну просто по цвету тоже подходит. Ну да. Да. Ой, там вот шлем тоже красный, из каска. Вот сейчас мы спускаемся на эту улицу. Шумную. А, вот здесь у меня, по-моему, фото было. По-моему. Сам, у меня где только фото не было. Вот это с мужем вдвоем гуляли. Здесь, знаете, очень приветливые люди. Я вот так вот шла, снимала, и бабушка одна предложила даже зайти в дом поснимать. Мне стало, ну, как-то неудобно. Здесь пансион. Очень много пансионов. Так что, если вы приедете, например, в эту деревушку, и будет поздно возвращаться, на улице точно не останетесь. Голодными тоже не останетесь. Я не помню теперь, где были эти улочки, которые я говорю красивые. Вот она, вся деревня на ладони. Какое небо здесь красивущее. Туристы везде. Очень много улочек. Это, по-моему, церковь, если не ошибаюсь. И вот здесь вот такой вид. Красота.
Я говорю, если вы приедете сюда, вы точно ни за что не пожалеете. Аслан! Принцесса спит у папы на ручках. А принц вот... Опа! 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 Подлегите, смотри! Мазена! Присели мы попить кофе. Насколько я не любитель кофе, но решила дать такого дела. Сынуля заснул, дочь занята тем, что пытается там что-то отодрать. Кофе на песке. Я очень люблю запах кофе, хотя сам кофе не любитель. Но запах прям обожаю. Наш папа бедный наконец-то сел отдохнуть. Флаг Турции. Полумесяц и звезда обязательно везде. Здесь и мужчины тоже двойня, внуки. Кыздарики, да? Ты хочешь посмотреть? Стой, я тебе сейчас помогу. Все. Но. Но. Ты моя красавица. Кум сыджак мы? Сыджак. Горячий песок. Матраусу Коля. Başka Nurhanların düğünü değil. Ben de oynadım o.